мы всегда никуда не уходили, никуда не... Все, закапывали. 3,5 года переговоров – это большое время, большой опыт. И могу сказать очень откровенно, что Армения сделала большие шаги. Начав переговоры позже, она сумела выйти и закончить их. И поэтому просто это новый договор, которого, вы знаете, 7 декабря в Брюсселе началось между госпожой Могерини и министром Налбандяном, это просто не то, что что-то новое, просто это продолжение нашего сотрудничества с Арменией. И Литва, когда всегда была другом Армении, всегда была рядом с Арменией, поддерживает восточное партнерство, поддерживает решение Армении найти общие соприкосновения, точки, где можно. И когда меня часто спрашивают, а что можете дать вы, когда как личная страна Литва, тоже 3 миллиона, я всегда говорю, можем делиться то, что мы можем от вас взять, что вы можете от нас взять, и вы, мы от вас. И поэтому это как бы продолжение. Я смотрю, как это просто продолжение нашего сотрудничества. Нет, это будет юридически legally binding документ. Это будет, и уже не то, что будет, уже есть, потому что, знаете, нам велосипеда не надо изобретать. Мы же все, каждые параграфы проходили. Просто мы сейчас повторяемся, смотрим, где можем найти общее соприкосновение. А для вас, я думаю, это очень хорошо, что Евросоюз рядом, что Евросоюз, как знаете, он никуда не уходит, он здесь, и он помогает, и большие суммы помогают. Просто будем смотреть, в каких сферах. Если можно, последний вопрос. Вы не обеспокоены тем, что Евразийский экономический союз России вновь не допустит подписания нового соглашения? Нет, мы смотрим позитивно на все вопросы. Позитивно смотрим. Как? Препятствия. Я не думаю, что будет препятствие. Время покажет.